Мамуля, расскажи мне, пожалуйста, почему вы решили меня отослать в Англию, в Девон, в Тринити школу учиться? Мы решили тебя отослать в Англию, в эту школу, только потому, что в то время в России была очень тяжелая криминогенная обстановка. И еще потому была причина, что, чтобы ты получила хорошее образование, воспитание. А теперь расскажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствовал, когда меня отослали так далеко от дома? Это было очень сложно, это было очень тяжело, это очень было больно. Были слезы, были переживания, были бессонные ночи. Все это очень тяжело. Мамуля, а теперь расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, я изменилась от учащихся в этой школе и вообще в Англии? Ну, ты же в Англии у нас с 94 года и по сей день... Так и осталась в Англии и получила образование и школы, и колледж, и университет в Англии. У тебя целиком английское образование. Конечно, на тебя это отложило огромный отпечаток и огромный след. У тебя уже становление произошло в Англии. Ты больше англичанка, чем россиянка. И теперь могла бы ты, мамуля, посоветовать будущим мамам, которые планируют отослать своих детей в Англию, учиться, может, даже в Trinity School, что бы ты им посоветовала на будущее? Ну, в Trinity School это ты получила прекрасное образование, замечательное воспитание. Ты стала намного выдержаннее, спокойнее, уравновешеннее. Разносторонне развитая, с тобой стало очень интересно беседовать, говорить. Учителя получили, я так тоже думаю, что тоже удовольствие с тобой общаться, потому что ты очень интересный человек оказалась. Спасибо, мамуля.